Ну, слушай, Александр, кому-то нравятся огромные карты, это просто я на них не хочу играть. Не, мне не нравится. Я немножко за другой геймплей. Поэтому я лучше выйду. У меня же слоты позволяют, чего бы нет. Возьму другую карту. Кому-то нравится играть, я, пожалуй, не буду. Да никто же не хочет смотреть на стриме, как я еду 20... Сколько? Ну, не 20, ну, 3 минуты, ладно, 5 минут я еду. Утро доброе, блядь. Антох, как думаешь, кто следующий на очереди у Волката? К2, мышь, Егер, Амоша, Зида и Фриман. Ждем хули очередных разоблачений в стиле Рент. Антох, скажи свое мнение, ПТ-14 комфортнее типа 90? ПТ-14 все время играет на своем бере. Все время играет 9-7. Тайп частенько улетает выше, потому что у него 10-7. Вот если бы у тайпа было 10-3, то он бы попадал в нижнюю. Выкати Сентуриан, мистер. 5 арф. МК-5. Понял, это который канадский, да? Я думал, он дальше поедет. Ну, типа, на самом деле нельзя пикать. Я вообще ничего не слышу из-за гудения ХСТВЛа. Он просто гудит и все. Чисто пожилой клаксончик. Вот Алекс мне показал IPM. Вот. Это на нем не катал до того, как, до того момента, как пока ему не дали норм лом. А сейчас дали норм лом, и я как бы катаю. И плюс еще одна машина появилась нормальная. Заебала вот эта хуйня, честно слово, меня. Сегодня второй раз уже так. Я стреляю чела в ствол. Этот чел на 72-ке, и он не выбивается, я не знаю. Это второй раз за сегодня такое. Если бы тебе предложили 3-4 раза за 500к, 650к рублей приклеймить, вот. Во-первых, мне никто это не предложит, потому что я, ну, очень маленький. Это раз. А во-вторых, ну, почему бы нет? У меня нету прям какого-то жесткого ограничения по партнерке с улиткой. И я могу, в принципе, рекламить все что угодно, наверное. Кроме читов, блядь. Шутка. Может, не будешь так делать, слышишь? Я ничего не понял за дыма. Ну, это более приоритетное. А, это ты был? Нормально танкует Абрамс, почему бы и нет? О, Турмс. Ох, ни хрена их там заспавнилось.
Ну это пиздец, это тупо ядеркой попахивает на самом деле. Как он не выбился-то? Там еще один едет. Охренеть, их просто целая куча. Просто имбища, а не Абрамс. Плюс в чем? То, что у него 10-3, и он сейчас по КД попадает на 10... О, не на 10, а на 9-7. Ну, то есть сейчас очень много турмсов играет, и ты просто играя на Абрамсе, по КД попадаешь на 9-7. Так что, если вы хотите поиграть в топе, 10-3, можно даже 10-7, но иногда будет кидать выше. 10-3 катайте, без проблем. Будет кидать, без проблем. Но это лучший Абрамс в игре, который есть. Еще HS, но у него перезарядка дольше. Вот. Ну это тупо легчайше было. Я даже не напрягся. Ну, конечно, по мне там пару раз попали. Даже был не рек снаряда. Но... все равно. Я смог. А хуй там не смочь, они бортом едут, и стреляешь по ним, как в тире, и все. Нормально мансанул пацана. Смотрите, как танкист виражный бой устроил ему, блядь. Я его обманул так, что он въебался в землю. О, небольшой штопор. Папаня. А, ну смотри, я выровнялся, кстати. Ну смотрите, я когда скидываю ядерку, со мной какая-нибудь хуйня случается. Всегда. То я разбился на взлетке, то я забыл ускорителей, кое-как взлетел чуть ли не брюхом. То я взлетел, потом ударился об землю, шасси сломал. То я вообще не смог взлететь. То сейчас я поймал штопор какой-то и как-то из него вышел, непонятно. Я уже хотел выпрыгивать, а самолет сам выпрямился и норм. Типа, лол. Я же говорю, со мной вечно какая-нибудь хуйня случается. Вот когда именно я скидываю ядерку. Вот чтобы оно случилось со мной в другой раз, нет. Вот ядерка, на, держи. Какой-нибудь прикол. Чел, блять, разбился в землю. Он настолько хотел меня сбить, что я его немножко мансанул, и он, короче, в землю. Чпок. Ну, Абрам, скачайте, хороший. Пока БР 9-7 заселен турмсами, вы будете на Абрамсе попадать в топ. Так что катайте его.